Россия побила исторический рекорд по количеству долларовых миллиардеров. Теперь их столько, сколько не было за всю историю существования рейтинга – 131 человек. А суммарный капитал богатейших людей страны составляет примерно 450 миллиардов долларов. Первое место в этом списке уверенно держит основатель «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Его состояние достигло почти 19 миллиардов долларов. На второй позиции председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин с 17 миллиардами. И замыкает тройку основной владелец ГК «Ренова» Виктор Виксельберг. Его состояние оценили почти в 12,5 миллиардов долларов. В большую десятку также вошли Михаил Фридман, Михаил Прохоров, Алексей Мордашов, Леонид Михельсон, Олег Дерипаска, Владимир Потанин и Вагит Алексперов. Судя по спискам прошлых лет, металл сдает свои позиции IT-технологиям. Владельцы сырьевых активов сохраняют свои места в рейтинге, но проигрывают по темпам роста капитала. А вот те, кто вовремя вложился в социальные сети, теперь в плюсе. Впервые в списке долларовых миллиардеров оказались совладелец ВКонтакте Вячеслав Мирилашвили, основатель Яндекса Аркадий Волош и создатель популярного антивируса Евгений Касперский. Ряд других миллиардеров от IT также укрепили позиции.